темы сегодняшней лекции мы продолжаем основные категории достаточно общей истории управления. Как всегда, у нас будет небольшой повтор пройденного материала, а потом мы начнем два материала. Первый будет замкнутые системы, и второй материал, то постараемся не за два часа сегодня его пройти. Что такое вектор цели управления, вектор состояния, вектор ошибки. Если мы сегодня это осилим, уже будет хорошо. Итак, ребята, значит, вот за две лекции что вы узнали? Вы узнали о том, что в середине 20-го столетия произошла смена логики социального поведения. Вернее, завершилась смена отношений эталонных частот. Еще раз, я возвращаю ваше внимание к картинке. Завершилось изменение соотношений эталонных частот биологического и социального времени. Или, иначе, вы все время должны пользоваться, приучать, пользоваться новым когнитивным аппаратом. Скорость обновления информации на генетическом уровне и скорость обновления информации на социальном уровне. Когда-то скорость обновления на генетическом уровне была выше скорости обновления информации на генетическом уровне. А мы живем в период, когда скорость обновления информации на внегенетическом или социальном уровне выше скорости обновления на генетическом уровне. Что за этим следует? Следует новая логика социального поведения. Я вам обещал на прошлой лекции познакомить вас с материалом, а ответом на вопрос, а знал ли кто-нибудь о том раньше, вот в эти времена, в далекие времена, ну, тысячелетия назад, о том, что такой период должен был наступить. Вот вы подумайте, если кто-то внимательно изучал, как меняется технологии, то есть какой период жизни технологии, и как происходит смена поколений, и наложил бы как бы две спирали одну на другую, то он должен был бы просчитать, что такой момент смены отношений эталонных частот биологического и социального времени. Это мы так его назвали. Как они называли, мы знать не можем. Должен наступить. Я вам говорил о том, что выражалось это в том, что люди воспринимали вот этот период, который предстоял человечеству, как апокалипсис. То есть они не имели никакого представления о стереотипах поведения. Но вот до нас дошла такая легенда. Значит, вот, девочки, я понимаю, что у вас всегда будут хвосты. Вы будете легенда. Однажды Хидр, учитель Моисея, обратился к человечеству с предостережением. Наступит такой день, сказал он, когда вся вода в мире, кроме той, что будет специально собрана, исчезнет. Затем и на смену появится другая вода, от которой люди будут сходить с ума. А в чем дело? Почему опаздывать вместе? Слушайте внимательно, потому что у меня будут к вам вопросы. Затем он стал поджидать, когда вода изменится. Предсказанный день, иссякли все реки, высохли колодцы. И тот человек, удаливший свое убежище, стал пить из своих запасов. Когда он увидел из своего убежища, что реки возобновили свои течения, то спустился к другим сынам человеческим и обнаружил, что они говорят и думают совсем не так, как прежде. Они не помнят ни то, что с ними произошло, ни то, о чем их предостерегают. Когда он попытался с ними заговорить, то понял, что они считают его сумасшедшим и проявляют к нему враждебность либо сострадание, но никак не понимание. Поначалу он совсем не притрагивался к новой воде и каждый день возвращался к своим запасам. Однако он в конце концов решил пить отныне новую воду, так как его поведение и мышление, выделявшие его среди остальных, сделали его жизнь
невыносимо одинокой. Он выпил новой воды и стал таким, как все. Тогда он совсем забыл о своем запасе иной воды, а окружающие его люди стали смотреть на него, как на сумасшедшего, который чудесным образом излечился от своего безумия. Это миф, легенда. Как вы думаете, о чем это? Вам не напоминает вот эту картинку? Ведь информация передается, одна и та же объективная информация, совершенно в разной лексике. Вот если говорить об этой легенде, то здесь вода является символом информации. Смотрите, кто-то предупреждает о том, что наступит время, когда вся вода прекратится, вот эта точка, все пересохнет, а потом будет новая вода. И фактически речь в этой легенде идет, наступит другая логика социального поведения. Вот если люди, встретившиеся в этой эпохе, рожденные и в этой, каждый из них будет считать другого сумасшедшим. Потому что все, чему поклонялись вот здесь может превратиться в насмешку. Но процесс этот очень длинный. Это не одномоментный процесс, как здесь в легенде описано. Вот для того, чтобы это произошло, должны смениться несколько поколений. По нашим оценкам, это 3-4 поколения. Вот два поколения уже фактически, видите, время, два поколения уже прошло. Вы третье поколение, впереди четвертое. В чем смена логики социального поведения, мотивации? Вот что было ценно в том? Ну, например, пить и курить было ценно. Вы знаете, что сейчас в мире прям повально, что тот, кто пьет и курит, выглядит просто дебилом и идиотом. По крайней мере, в странах Запада. Но наша молодежь, она, к сожалению, подсажена через средства массовой информации, ведь никто, ни один самостоятельно не закурил и не пил. Обязательно кто-то ему предложил не быть белой вороной. Если вы посмотрите, вот я тут одну статью встретил, называется «Плюс дебилизация всей страны». Картинки с выставки и комментарии к ним. Она большая, я читать не буду, смысл такой. Один известный писатель, вот Юрий Андреев, находился в Финляндии и стал смотреть телевидение западное. Он был на соревнованиях по плаванию, ну и перерыв, говорит, я посмотрел все программы. Я не мог понять, что происходит. Я куда-то на другую планету переселился. За все время он не видел ни одного убийства, ни одного насилия, ни сексуальных всяких извращений. Нет на телевидении там. А почему нас это? Вот сейчас я стоял на переезде 45 минут. За эти 45 минут я слушал последние известия. Каждую минуту кто-то там умер где-то от птичьего гриппа, мы должны это знать. В аэропорту какой-то грузин скончался от какой-то болезни. Мы все должны это знать. Убийство, убийство, убийство. Но почему-то, когда убили Политковского, весь мир две недели кричит. Но то, что пьяный идиот налетел на колонну курсанта ПДР и убил разом 6 курсантов, погибли мгновенно, а это элитное училище, а 20 сейчас в клинике Бурденко покалечили, ничего, тишина, ничего особенного. А ведь это элитное училище принимает самых здоровых и самых толковых ребят. Они могли бы принести огромную пользу, из них могли бы вырасти совершенно новые люди. Они не реализовали себя. Но вся наша пресса спокойно об этом молчит. И вот автор спрашивает, а что такое? Что с нами происходит? Почему он приводит такой анекдот, вы знаете, наверное, как один выехал в лес, и вдруг ему стало плохо от свежего воздуха. Пока его не подтащили к выхлопной трубе, он не подышал и очнулся.
Вот он говорит, когда я вернулся в Россию, включил наши телепрограммы, я вдруг увидел, что мы, что-то с нами происходит. Вот для того, чтобы понять, а что с нами происходит, мы с вами и говорим о мировоззрении. Значит, первое, мы поняли и разобрались на двух занятиях, что произошла смена логики социального поведения. Но в этой новой логике почему-то все остальные общества здесь больше не хотят жить в стереотипах прошлого, а нас содержат в этих стереотипах, как в резервации. Наша молодежь специально обрабатывает, чтобы она вся курила и пила. И вы спокойно поддаетесь этому. Потому что, ну, можно понять, в этом возрасте еще вы, вам далеко до человечного типа строить психику. Потому что каждый человек проходит период. Мы с вами говорили на вводной лекции. Где-то до 3 лет он ничем не отличается от животного. Потребности только покушать, справить естественные надобности, спать, есть, спать, есть. Где-то с 3 до 7 лет, когда пробуждается интеллект, мы похожи на обезьяны. Мы внимательно следим за поведением старших, взрослых. Вот вы уже считаете себя взрослых, особенно в школе, те, кто курит. И вы даже не думаете о том, что вот те первоклашки, первый, второй, третий класс, они вот эти еще обезьянки. Они смотрят, они думают, что вы взрослые. Естественно, они стремятся вам подражать. Так же, как вы когда-то подражали. Почему вы стали курить? Да потому что вы подражали взрослым. То есть до 7 лет вот этот тип строя психики зомби. И только где-то после 14 лет, когда пробуждается интеллект, вы вдруг смотрите на своих родителей, и у вас такое впечатление, слушайте, а почему мои родители такие глупые? Я такой умный, я уже все знаю, а эти шнурки, они вообще, как они живут? Они же ничего не понимают в жизни. И многие на этом, к сожалению, тормозятся, остаются. Но бывает иначе. Годам 25 вы вдруг начинаете понимать, что ваши родители не так глупы, если вы сами станете родителем. Вот такой процесс вы проходите. И уверяю вас, никто из вас, если спросить, почему начал курить? Ты сам начал курить? Он скажет сам. Ничего подобного. Тебя еще нет. Ты просто как подражатель, как обезьяна подражают другим. И удастся ли тебе переосмыслить, а зачем это тебе? Но если даже удастся, это уже войдет, то, что называется, в стереотип. А вот есть процесс, видите, мы с вами затронули. Вот этот процесс, например, социальные процессы, смена технологий, это очень длительный процесс. Он охватывает жизнь многих поколений. А если вы сигарету в день, в сутки, пачку 20 раз достаете, у вас есть позывы, то вы прерываете свой мыслительный процесс, вас сигареты выдергивают, вы не способны воспринять процессы, которые, продолжительность которых больше суток, или больше недели, или больше месяца. Вы входите в некий высокочастотный процесс. Я встречался по жизни очень много людей, взрослых, серьезных, академиков, ученых, которые все равно выглядели зомби. Я встречался с таким, например, членом ГКЧП, как Олег Шейнин. Очень уважаемый человек. Но его предупредили, что Владимир Михайлович может прекратить разговор, если вы закурите при нем. Я действительно со взрослыми не общаюсь, если они курят и выпивают. И вот я наблюдал за его психикой. Бедняги уже за 60, предупрежденный, что разговор может быть прерван, он сидел и судорожно сглатывал слюну, а рука лезла и мяла сигареты. Вот до чего может дойти зомбирование. И как такой человек может руководить чем-то?
Как он может управлять, как он может формировать цели коллектива? Да никогда. Поэтому есть такая фраза, к сожалению, вот поколение, которым я принадлежу, пропили и прокурили всю страну. И это продолжается. И остановить это не так просто. Это есть стереотипы. Итак, мы затронули сейчас, мы с вами разбирали три категории достаточно общей теории управления, так называемые предельные обобщающие понятия. Включите. Материя, информация, мера, материя, энергия, пространство и время. Помните, да? Вчера я был вот здесь в университете, приехала группа из Москвы, очень больших и солидных людей. Им всем по 50, они чем занимаются? Как заново построить ваш университет? Они должны, то есть выстроить на этих огромных площадях новые корпуса. Вот мы сидели в кабинете ректора, и о чем, вы думаете, был у нас разговор после деловых обсуждений по инвестициям, где, как, что, сколько вложить? О предельных обобщающих понятиях. Мне они задали вопрос: Владимир Михайлович, объясните, что такое информация? Почему предельно обобщающим понятием является информация? Я говорю: дорогие вы мои товарищи-бизнесмены, а я с ними общаюсь уже года два. Вот я вам пытаюсь объяснить некоторые вещи, которые я считаю студентом первого курса. И в отличие от вас, да, они сразу, они понимают. А вы не можете понять таких простых вещей. Тогда я вам объясню еще проще, на пальцах. Возьмите сухой песок и попробуйте из него что-нибудь сделать. Ну, построить. Даже дети знают, что его надо смочить, верно? Чтобы слепить кувички, формы. Вот если вам так не нравится, как я рассказывал, информация, которая связывает все частички мироздания. Мир единой целости, записываем. Мир единой целости, я вас предупреждал. Записывай только тогда, когда диктует. Мир единой целости, и все в нем причинно-следственно обусловлено. Ксантина, у тебя что, нет ни тетрадки, ничего? А в чем дело? Единой целости, и все в нем причинно-следственно обусловлено. Точка. Есть два типа мировоззрения, которые и все в нем причинно-следственно обусловлено. Мир единой целости и все в нем причинно-следственно обусловлено. Но есть это один тип мировоззрения, есть второй тип мировоззрения. Мир – это ничем не связанный набор случайных событий. То есть вот два типа мировоззрения. Первый – мир единой целости, и все в нем причинно-следственно обусловлено. То есть все связано. И второе – мир – это ничем не связанное между собой событие. Мир – это ничем не связанное между собой событие, факты. Вот записали, а теперь… Подумайте на досуге. Вот для вас что более приемлемо? Первое представление о мире. Потому что мировоззрение – это ваша система представления о мире. Кроме этого, что такое добро, что такое зло? Как можно смоделировать что-либо вот во второй системе мировоззрения? Значит, первый мы систему мировоззренческую, мир единой целости, и все в нем причинно-следственно обусловлено, мы назвали мозаичное мировоззрение. Можете сверху так, мозаичное мировоззрение. Мир единой целости, и все в нем причинно-следственно обусловлено. Поставьте знак равенства или там тире, мозаичное мировоззрение. А вот мир – это ничем не связанное между собой события, факты, явления. Это калейдоскопическое мировоззрение. Вот два типа мировоззрения.
Теперь мне поступил такой вопрос, а для чего надо знать предельно обобщающие понятия? Вот материя, информация, меры. Или материя, энергия, пространство и время. На прошлом занятии мы с вами говорили о том, что материя и энергия – это по сути одно и то же. Энергия – это тоже материя. Просто эта материя в неком устойчивом переходном состоянии. Например, из газообразного в жидкое, из жидкого в твердое, и наоборот. С выделением или с поглощением энергии. Вот это понятно? А пространство и время, мы с вами на прошлом занятии тоже говорили, вы ничего о них сказать не можете, пока не померяете, пока не произведете измерение. То есть мера по отношению к пространству и времени первична, как предельно обобщающее понятие. Вот это мы тоже должны усвоить. Но это не запомнить надо, это надо понять. А для этого надо наедине с самим собой подумать об этих вещах, поразмышлять и выйти на понимание, вообще умение оставаться наедине с собственными мыслями, это дается не сразу. У нас этому не учат ни в школе, нигде. Вы обращали внимание, что многие из вас наушники, или если он сидит, например, дома, он обязательно включит музыку. Причем вот историю, что я называл «бей-бей барабан за родной Биробиджан». Это говорит о том, что люди в большинстве своем боятся оставаться наедине с собственными мыслями. И особенно ребята, да и девушки видят, как вы стараетесь сгруппироваться в какую-то кучку. Потому что один вы чувствуете себя неуютно. Особенно ребята, когда он один, он нормально, с ним можно разговаривать. Но если это стая, а есть понятие стая, а есть стадо. Как, Константин, чем стая отличается от стада? Не задумывался никогда? Стадо – это те, за кем гонится стая. Но и там, и стадо, и стая в одном случае – есть вожак и в другом случае вожак. И в стаде, и в стае человек индивид, баран, не самостоятельный. Мы стадо, миллион на нас голов, пасемся дружным и дружно блеем, и ни о чем на свете не жалеем. Баране стадо, наш удел таков, загон нас гонит, мы спешим загон. На выпас гонит, мы спешим на выпас. Быть в стаде основной закон. И страшно лишь одно, из стада выпустить. Когда приходит время, нас стригут. Зачем стригут, нам это непонятно. Но всех стригут. Куда же податься тут? Хоть процедура эта крайне неприятна. Вот эти стихи появились в самом начале перестройки. А пастухам над нами власть. Какой-то всадник нам кричал, что в стадо нас превратил колдун. А для чего нам надо знать, что мы, люди, волей колдуна, превращены в баранов? Так сочна на падбище хрустящая трава. Так холодна вода в ручьях журчащих. Зачем нам надо знать о козних колдовства, когда так сладок сон в тени стучащих? Да, плещет, хлещет по бокам пастушья кнут. Так что ж того не отставает стадо? А у загона прочная ограда, и пастухи нас зорко стерегут. Но все ж вчера пропали два барана. От костра, где грелись пастухи, шел запах, и тревожащий странно. Наверное, тех баранов за грехи сожрали волки. Это пострашнее, чем пастухов невинная затея. На стадо миллионы нас голов. Идем, покачивая кружиками. Нам не страшны проделки колдунов. Баранами, что можно сделать с нами? О ком это? Это о людях с животным типом строя психики.
Скажите, что это что-то новое? Нет, это не новое. Пушкин об этом тоже писал. Свобода сеятель пустынный, я вышел рано до звезды, рукой чистой, безвинной, порабощенной бразды, бросал живительную семя, но потеряла только время, благие мысли и труды. Спаситесь, мирные народы, ваш не разбудит чести клич. Зачем стадам дали свободы? Их должно резать или стричь? Видите, разница почти 200 лет об одном и том же. Значит, проблема, если она нашла стихотворное выражение, реально существует. Так вот, два типа мировоззрения. Зачем это надо знать? В периоды смуты всякой, а в истории России уже было три смуты, сейчас четвертый. Первая смута, когда к нам пришло из Византии христианство. У нас было свое на Руси мировоззрение, когда пришло христианство, и насильно оно пришло сверху, крестили Русь, то началась междоусобица княжеская, а все это закончилось татаро-монгольским нашествием. Вот вы, наверное, со школьного курса истории знаете, что это было татаро-монгольское иго, так, 300 лет. Вот у меня тоже был такой устойчивый стереотип. Да, было иго. Но с другой стороны, мне очень странно было. До того многие вещи мне были непонятны. Монголов тогда было меньше 1 миллиона. Как они могли? Одни захватили Китай, Индию, Русь, которая территориально превосходила Китай и Индию, дошли до Адриатического моря, высаживают десант, хотя они не умели строить корабли, в Японии, и даже дошли до Индонезии и высаживались на Яве. А их даже 1 миллион знает. В прошлом году я ездил в Монголию. Мне хотелось, ну, по приглашению, мне хотелось понять, что такое монголы. Потому что очень много было несоответствий. Сейчас я вам говорю о неких стереотипах, из чего складывается мировоззрение. Вот по моему внутреннему убеждению, никакого татаро-монгольского ига в принципе быть не могло. Из очень простых вещей. Но для этого надо учиться, ребята, думать. Я, например, думал о чем? 120-тысячное монгольское войско. 120 тысяч лошадей, каждый монгол по 2-3 лошади еще имел. Зимой на нас вообще никто никогда не нападал. Еще и потому, что вся страна под снегом, и по мерзлой земле неподкованные кони не проходят. Они сбивают копыта. И, в общем, пройти примерно 8-10 тысяч верст не могут, в принципе. Тогда я просто провел простой подсчет. Взял 120 тысяч лошадей, умножил на 4, скажем, подковы, сколько гвоздей. Знаете, сколько получилось? Около 5 тысяч тонн железа нужно, чтобы подковать. Монголии не было. Они не производили железо. Потом я вдруг узнал, что по Волге они ходили на веслах, суда строили, как-то всадник пересел, сел на весла. Или крепости брать всегда сложнее, что всадники бросают и идут на крепости. То есть получалось столько несуразиц, уже не говоря о кормежке, о всем, что стало ясно, что здесь какая-то лифа. Еще предстоит разбираться, скоро вы будете читать много книг на эту тему. То есть история всегда пишется с позиции определенного мировоззрения. Вот если исходить из того мировоззрения, из тех стереотипов, которые даются в школе,
то лет через 300 у нас будет другая история. Например, скажем, у нас была примерно 30-летняя грузинская лига. Как? Ну, нами же правил грузин. А Романовы все на 95% немцы. У нас была 300-летняя немецкая лига. И школьники через 300 лет будут в это спокойно верить. Это запросто можно расписать. То есть, нам до конца не ясно, но просто во главе государства, у нас действительно разные бывают во главе государства. Ведь все Романовы женились только на западных принцессах, на русских нельзя. А дальше уже история подписывается так, как это нужно в угоду. Но вот что такое мировоззрение. Если вы не задумаетесь над этим, не разберетесь, вы так и будете все время ползать в таком прошлом, которое совершенно никак не вяжется ни с настоящим, и уж тем более с будущим. И сейчас, вы знаете, дается очень много вариантов прошлого. Мы не можем с вами проверить, какой из них был истинным. Но то, что все общество замкнули на эти варианты прошлого, а кто будет думать о будущем? Кто формирует будущее наше? Кто отдал наше будущее на откуп людям, о которых мы не имеем пока никакого представления? Вот мы с вами будем заниматься тем, как вы не думаете, что кто-то... Если вы не будете заниматься своим будущим, этим обязательно будет заниматься кто-то. И поэтому мы сейчас переходим к новой теме. Потому что вот с этим, если будут вопросы, материалы, которые все равно, сколько бы я ни рассказывал, если вы сами над ним не поработаете, самостоятельно не подумаете, вы ничего осилить не сможете. Итак, всякое управление, это надо записать, всякое управление может быть в двух видах. Либо как управление, либо как самоуправление. Всякое управление может быть представлено в двух видах. Либо как управление, либо как самоуправление. Чем один вид управления отличается от другого? Если вы не в состоянии выделить субъекта управления, Алексей, замкнутая система. Если вы не в состоянии выделить субъекта управления, тогда для вас некий объект самоуправляется. Поэтому сейчас еще запишем. Замкнутые системы. И попробуйте зарисовать вот эту схему. Напишите замкнутые системы. Так, девочки, вот кто там занимается другими, значит, прекратить и начать работать с этим. Потому что вот это я буду спрашивать четко во время зачета. Итак, что такое замкнутая система? Замкнутая система – это некий объект. Вот объект. Легче всего на автомобиле, потому что автомобиль теперь наиболее распространенный, многое можно понять. Это объект управления, субъект управления или система управления, которые находятся в среде и замкнуты прямыми и обратными связями. Вот среда – это и дорога, и атмосфера, все, почему движется объект. Итак, объект, субъект управления, в скобках система управления, замкнутый цепями прямых и обратных связей, это и есть замкнутая система. Вот вы, значит, вы, я понимаю, что вы в недавнем прошлом школьнике, вам там все диктовали, да? Но лекция не предполагает вот, диктовку. Вы стараетесь конспективно записывать то, что я говорю, еще раз. Задача моих лекций не в том, чтобы что-то изучили. Задача, чтобы вы поняли материал, который я даю. И своими словами
могли бы это изложить. Итак, еще раз, объект управления, субъект управления, психика водителя – это система управления, замкнутые цепями прямых и обратных связей в среде называются замкнутые системы. Любыми удобными вам словами это запишите. Теперь смотрим, что такое прямые связи. Прямые связи – это то, что вы действуете, осуществляете непосредственно управление. Руль – это ваши прямые связи. Это педали сцепления, тормоз. А обратные связи, они бывают внешние и внутренние. Внутренние связи – это информация, которая поступает с панели, приборной панели автомобиля в вашу психику. Скорость, температура охлаждающей жидкости, количество горючего у вас и много у кого там тормозная система, подушки безопасности. Вот вся информация, которая поступает, это информация в психику человека, это внешняя обратная связь. Это внутренняя обратная связь. Но есть еще внешние обратные связи. Замкнутая система движется в среде. Вот эта среда. Дорога, атмосфера. Что поступает в психику водителя? Информация об обстановке на дорогах. Какие автомобили идут, с какой скоростью, кто совершает обгон, какие знаки стоят на дороге. Это все внешние обратные связи. Значит, поняли, да, есть внутренние обратные связи, это информация, которая поступает непосредственно от объекта управления, и внешние обратные связи, это которые поступают из среды управления, и все сосредотачивается здесь непосредственно в психике управленца. Теперь, для того, чтобы управлять автомобилем, нужно набор параметров, которые мы сейчас и запишем. Прежде всего, необходимо иметь набор таких параметров, которые мы назовем вектор цели. Пока только запишем вектор цели. Вы можете так категории достаточно общей теории управления. Первый вектор цели, что такое, это распишем отдельно. Потом вектор состояния и вектор ошибки управления. Вот для начала необходимо иметь набор вот таких трех параметров. Всего же их будет 9. Если вы не заполните информацией вот эти 9 параметров, вы не только управлять не имеете права, но даже приступать к формированию модели управления. Постарайтесь вот эту схемку нарисовать схематично. Там машина, водитель, прямые связи, обратные связи, объект в среде и система управления с цепями прямых обратных связей. Вот это замкнутая система. И дальше показать вектор цели, вектор состояния, вектор ошибки. Система управления имеется в виду психика. Что? А что случилось? Не, ну что такое вот у нас? Ну, а покурить это? Вот обратные связи могут быть положительные и отрицательные. Это тоже надо будет зафиксировать. Что такое положительные и отрицательные обратные связи? Вообще, Алексей, в черно-белом иногда я действительно откуда здесь близко. Я вам черно-белом. Запишем, кто нарисовал, запишем. Положительные, отрицательные обратные связи. Положительные и отрицательные обратные связи.
Теперь послушаем. Прежде чем записывать, послушаем. Мне важно, чтобы вы поняли, что такое положительная обратная связь. Опять же, на примере автомобиля. Если те из вас, кто сидел за рулем, особенно в скользкую погоду, поймут очень хорошо. Значит, положительный не в смысле хороший, и отрицательный не в смысле плохие, а в смысле амплитуд в результате воздействия внешнего на объект. То есть каждый объект, который движется, он на него действует непосредственно сила двигателя, сцепление дороги, ресурсы физики, вы это знаете. Естественно, возникает такая ситуация, когда вы неожиданно, если вы езжаете на скользкую дорогу, вы руль ведете вправо, а у вас вдруг подвеска идет влево. Вот вы руль влево, а подвеска вправо, и амплитуда увеличивается. Вот когда амплитуда увеличивается, то мы имеем дело с положительными обратными связями. Поняли? Не в смысле это хорошие связи, а в смысле увеличения амплитуды в результате воздействия внешних сил на объект. Вот теперь запишем. Положительные обратные связи выражается в росте амплитуд колебательного процесса в результате воздействия внешних и внутренних сил на объект. Рост амплитуд колебательного процесса в результате воздействия внешних и внутренних сил на объект управления. Вот все это нам, ну естественно, вы, я думаю, сами догадаетесь, что отрицательные обратные связи это уменьшение амплитуд в результате воздействия той же самой силы. То есть, если водитель почувствовал, что он потерял управление, он может восстановить прямое движение автомобиля только чисто на интуитивном. Гасить вот эти возрастающие амплитуды управления автомобилем. Потом мы к этому не раз будем возвращаться при управлении социальными системами и вообще любыми объектами. Но вот пока вам для ориентира. Значит, есть внешние прямые обратные связи, есть связи внутренние, внешние, есть обратные связи положительные, отрицательные. Вот это понятно, потому что мне важно, чтобы вы это поняли. Многие системы, радиосистемы, выстроены на положительных обратных связях. Все управление самолетами, подводными лодками, где гасятся колебания, выстроено на понимание отрицательных обратных связей. Так, сделаем перерыв. Ну, как бы должна быть в голове. Любое управление вы всегда должны выделить, где внешняя среда, где объект управления, где субъект управления. Выделить прямые, обратные связи и попытаться в процессе управления определить, когда обратные связи положительные, а когда отрицательные. Вот про положительные, отрицательные, обратные связи понятно, я расскажу? Да. Формировка управления. Нет. Ну, не надо поднимать. Задиктую. Вот после этой схемки дадим тогда определение самого управления. Вот достаточно общей теории управления дадим определение. Итак, внимание. Значит, управление, вот кому видно, можете так записать, есть единое, упорядоченное, совокупность разнокачественных действий управления
управления, есть единая, упорядоченная совокупность разнокачественных действий. О, хорошо, да. Отлично. Осуществляемых элементами замкнутой системы. Вот теперь вы знаете, что такое замкнутая система. То есть, не надо больше. Иерархии контуров, циркуляции и преобразования информации. Вот такое длинное определение, но лучше его записать и над ним просто поразмышлять. Еще раз, управление есть единая, упорядоченная совокупность разнокачественных действий, осуществляемых элементами замкнутой системы. То есть иерархии контуров циркуляции и преобразования информации в процессе реализации концепции управления. Вот досюда вам пока понятно. Ну, запишите, потом немножко я дам пояснение по этому определению. Управление – это единая упорядоченная совокупность разнокачественных действий, осуществляемых элементами замкнутой системы, то есть иерархии контуров, циркуляции, преобразования информации в процессе реализации концепции управления. Записали? Нет. Вы как-нибудь сокращенно учитесь писать? Вот я, например, когда записываю лекции, стараюсь сокращенно, не обязательно каждое слово, чтобы мне же для себя пишут. Что значит элементами замкнутой системы? Вот объект управления – это элемент замкнутой системы. Субъект или система управления – тоже элемент замкнутой системы. Среда – это тоже элемент замкнутой системы. А что значит иерархия контуров циркуляции и преобразования информации? То есть вот в замкнутой системе идет преобразование вот в иерархии этих контуров информации. Как мы сейчас об этом будем говорить? То есть вообще управление – это процесс информационный. Хотя вроде бы вы руками нажимаете педали там и рулите, но вы ничего не сделаете из управляющих воздействий, пока у вас здесь в голове не появится определенная информация. Какая? Прежде всего, цель управления. Все, переходим к следующей схемке. Остальное кратко записывайте, потому что у нас время очень ограничено. Это цели? Нет, да. Да, вот эта схема. Итак, мы переходим к очень важной теме, центральной теме, что такое вектор цели управления. Ну, дай определение, картиночку, извините, немножко сюда. Что еще? Значит, пока, вначале дадим определение, а потом я все поясню. Вектор цели управления представляет собой описание идеального режима поведения объекта. Представляет собой описание идеального режима поведения объекта. Вектор цели управления строится по субъективному произволу. Вектор цели управления строится по субъективному произволу. И вот главный вектор цели. Это иерархически упорядоченное множество частных целей управления. На первом приоритете вектора цели стоит самая важная цель, на последнем самая незначительная. Образно говоря, вектор цели – это список, перечень того, чего мы желаем с номерами, назначенными в порядке, обратном порядку вынужденного отказа от осуществления каждого из этих желаний.
это многословно, но я еще раз говорю, это надо просто понять, и тогда в какой форме вы это расскажете, что вектор цели — это некую порядочность ваших желаний, где на первом месте будет цель, самая важная, от которой вы откажетесь в последнюю очередь. Может быть, до самой смерти не откажетесь. А на последнем месте стоит та цель, от которой вы отказываетесь в первую очередь. Вот можете записывать так, а можете понять и записать по-своему. Это очень важно, и вы убедитесь сегодня, потому что я впервые вам выдам на дом домашнее задание, и вам придется поработать головой. Так, записали? Как-нибудь сжато записывать, покороче. Потому что вот такого дословного зазубривания я спрашивать не буду на зачете. Я буду спрашивать понимание. И для меня будет ценно, как для преподавателя, что вы это понимаете и расскажете короче и своими словами. Вот чтобы у вас было такое, ну, свободное представление о понятийном аппарате достаточно общей теории управления. В отличие от всех других предметов, это только приветствуется. То есть уже идет процесс обучения вас самостоятельному мышлению. Так. Остальное потом учебники посмотрят и так далее. Картиночку рисую. Ничего страшного, если вы не записали. Итак, мы уже говорили, что всякое управление – это либо управление, либо самоуправление. В управлении есть понятие такое субъект и объект. Субъект – это тот, кто способен сформировать вектор цели. Вектор цели – это список ваших желаний в отношении объекта, которым вы хотели бы управлять. По сути, это «хочу, хочу, хочу, хочу». Вот «хочу», который на первом месте, для вас должно быть неизменным до конца вашей жизни. Но все определяется процессом, каким вы управляете, либо сам управляете. Вот вы, ваша психика, умеете ли вы управлять собственной психикой? Умеете ли вы формировать собственный вектор цели? Вот вектор цели – это частные цели в отношении идеального управления. Чем отличается вектор цели от вектор состояния? Это набор тех же параметров, что и в векторе цели, но с некоторой разницей. Это то, что вы в реальности имеете. Ну вот давайте так, чтобы вам было понятие, что должно быть достигнуто при идеальном управлении, что реально имеем на данный момент. Вот в идеале вы бы хотели все, что сейчас иметь. Виллу, Мерседес, кучу денег. А? Нет? Образование хотите иметь? Да. Тогда вы меня просто радуете. А то сразу только виллы, Мерседес, много денег, кайфа и так далее. Как мне сказали, правда, в самом начале, я спросил, что для вас жизнь? Кайф. Есть кайф, есть жизнь. Нет кайф, нет жизни. Значит, я имею дело с другой группой. Константина. И ты так считаешь? Нет. Да? Что, конечно? Что кайф в жизни? Нет. Нет? Образование? Да. Знание? Да. Вот, ребята, верно. Все можно купить. Все можно купить. Знание купить невозможно. Знание? Нет, здоровье тоже можно купить. Нет. Нанять кучу докторов, там лекарств закупить. А вот знание купить невозможно. Нет, вы можете учителей нанять, самых замечательных,
Но если вы сами самостоятельно работать не будете своей головой, учителю хоть сколько угодно будет, хоть лопнешь себя там в стенку, знания купить нельзя. Знания можно только приобрести самостоятельно. Это единственное, что не отчуждается, не продается и не покупается. Знания. Поэтому вот то, что девушка сказала, мы хотим, у нас на первом месте знания образования. Это для меня впервые. У всех несколько иначе. Значит, итак, вектор цели – это то, что вы хотели получить в качестве идеального управления объектом, а вектор состояния – это то, что вы имеете. Ну, я так упрощенно говорю, вот любой бизнесмен там хочет иметь виллу, Мерседес, там что, красивую жену и много-много чего. А в реальности он имеет какую-нибудь там захудалую фирму, квартиру, а то и комнату в коммуналке. Вот это вектор состояния. Теперь, что такое вектор ошибки? Это разница между вектором цели и вектором состояния. Чем отличается еще вектор состояния от вектора цели? Большим пространством параметров. Параметр вот повторяется, но не все. Следующая картинка. А нет, подними пока вот эту. Вот в вектор состояния входят еще параметры, соответствующие каждой частной цели. То есть, когда вы управляете, вы контролируете какие-то параметры, а какие-то вы контролировать не можете, какие они получаются. Вот я на предмете управления, ну поскольку сам в прошлом я моряк, даже капитан первого ранга, подводник, поэтому мне эта сфера просто знакома, картиночку с судна. Вот возрастание числа параметров в векторе состояния в управлении кораблем. Вот корабль должен из пункта А прийти в пункт Б. Как контролируется, чем? Например, вахтенный офицер, который на мостике, что он контролирует? Он контролирует угол перекладки, угол курса, угол перекладки руля. Ну, еще может тяги. А вот угол дрейфа, вот это, угол дрейфа, который между направлением скорости диаметрально, он не контролирует, какой получается. Он не контролирует расход топлива. То есть это не входит в вектор состояния. Какой получается? Он не контролирует целое множество параметров, то есть так называемые свободные параметры. Запишем, вектор состояния отличается от вектора цели наличием свободных параметров. Вектор состояния отличается от вектора цели наличием свободных параметров, неконтролируемых субъектом. Наличием свободных параметров, неконтролируемых субъектом управления. Неконтролируемых субъектом управления. Вектор состояния отличается от вектора цели наличием свободных параметров, неконтролируемым субъектом управления. Теперь еще вернемся к вектору, вектор ошибки. А что такое вектор ошибки? Это отклонение реального процесса управления от идеального. Вот здесь написано отклонение реального процесса от идеального или перечень неудовлетворенности желаний. Можно одну минуточку я займу вас? Хорошо? Ребята, завтра 10 часов 20 минут мы с вами встречаемся на станции метро Балтийская при входе на Балтийский вокзал. В Гатчине. Да. А можно сами приехать? Нет, мы встречаемся там все. Обязательно? Да, обязательно. Ну, автобус у нас все в Учхозе. Еще раз, вектор ошибки — это отклонение реального процесса
управления от идеального или перечень неудовлетворенных ваших желаний. Какие могут быть дефекты в векторах цели? Первое, что вы должны понять, каждый вектор цели формируется по субъективному произволу. То есть вы сами формируете вектор цели, исходя, естественно, из вашего мировоззрения, из вашего чувства меры, из вашего чувства совести. Вот вы свой личностный вектор цели в отношении управления хотя бы собой. Если это так, то естественный вектор состояния тоже определяется субъективно, потому что только вы можете определить, а что вы в реальности имеете. Отсюда получается и вектор ошибки управления. Получается тоже субъективно. Для чего нужен вектор ошибки управления? Для оценки качества управления. Запишем. Вектор ошибки управления нужен для оценки качества управления процессом. Вектор ошибки управления нужен для оценки качества управления объектом или процессом, которым вы собираетесь управлять. Для оценки качества управления. Вот здесь источник качества управления. Простой пример. Привожу самый такой, чтобы было понятно, о чем речь. Вот. Вы все знаете, что цены у нас растут, да? Постоянно. На все товары, услуги и так далее. Знаете это, да? Но никогда не задумывались, а почему они растут? Инфляция. Вот Костя как автомат, инфляция. А почему инфляция? Все, ступор. Вот помощник президента по экономике Андрей Ларионов, которого то ли выгнали, то ли сам ушел по радиостанции, кажется, «Свобода» или «Эхо Москвы», не помню, он теперь перешел в американскую какую-то фирму, его спрашивают, а цены на нефть? Вот говорят, что они упадут, он говорит, да, упадут обязательно. Так, внимание, внимание, девочки. Его спрашивают, а почему это они упадут? Они что, не подвержены рынку? Ведь спрос вроде бы на энергоресурсы сейчас постоянно растет. И вот этот так называемый экономический советник президента, правильно, пинка дали хорошего. Говорит, а цены на нефть, ну, не совсем отвечают рынку. Ведь было, и приводит прецедент, было же, когда цена на нефть была 50-30 долларов, потом она упала до 9 долларов, сейчас вот она до 60 долларов. Но тогда человек, который его спрашивает, но вы что хотите сказать, что развитие Китая и Индии остановится, и тогда не было такого резкого развития экономики и Китая. В общем, ничего разумительного ответить не мог. Ну хорошо, что таких специалистов берут американцы. Так вот, я вам задал вопрос и понимаю, что у вас нет на него ответа, потому что ни телевидение, ни радио, ни вся публицистика не дает ответ на это. Вот теперь я вам дам определение. Что такое прейскурант цен? Прейскурант цен – это вектор ошибки управления общества в целом. Запишем это. Прейскурант цен – вектор ошибки управления общества в целом. Прейскурант цен – вектор ошибки управления общества в целом. Чем? Записали, а теперь послушайте, чтобы стало понятно. Вот за всю историю человечества действительно цены на все продукты росли, за исключением одного периода. Этот период был только в русской цивилизации,
47 по 53 год. 6 лет цены, и я жил в этот период и видел, что это такое. То есть на девочки. Когда цены на основные продукты потребления падают, каждая семья может планировать свой бюджет. Повышается устойчивость общества в целом. Никто не бегает с одной работы на другую. И общество ощущает уверенность в завтрашнем дне. То есть, чем выше качество управления, тем ниже вектор ошибки управления. Это понятно? То есть, чем выше качество управления, тем ниже вектор ошибки управления. Вот мы живем в период, когда вектор ошибки управления в целом системы общественной, мы имеем дело со многоотраслевым хозяйством. То есть, многоотраслевое хозяйство всегда присутствовало при любой системе. Неважно, какая это была система, там рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, социалистическая. Что это значит? В ней всегда присутствовали отрасли. Сырьевая, сельскохозяйственная, транспорт, обрабатывающая промышленность, энергетика, связь. Вот это все отрасли. И все они взаимосвязаны. Если качество управления многоотраслевой системой падает, а цена на рабочую силу тоже сюда входит, то повышается вектор ошибки управления, цены растут. То есть рост цен – это следствие постоянного возрастания вектора ошибки управления. И в России был прецедент за всю историю человечества, за всю историю вот этой цивилизации, когда качество управления постоянно возрастало. Вектор ошибки управления падал, и была возможность снижать цены. Потом, когда мы с вами поговорим об экономике, в принципе, есть целый раздел, но я не могу вам давать весь раздел экономики, то вы убедитесь, что есть такое понятие межотраслевой баланс, который когда-то расписал ученый, жил здесь, в Советском Союзе, потом уехал в Германию, в Америку, Василий Леонтьев, который дожил до 99 лет. Он расписал этот межотраслевой баланс, но за то, что он заявил, что уравнение межотраслевого баланса решить невозможно, ему дали Нобелевскую премию. Вот я принадлежу к той группе ученых, которые вместе собрались и решили уравнение межотраслевого баланса. Но для этого надо было что сделать? Отделить так называемые демографически обусловленные потребности. Что входит туда? Жилище, пища, затраты на образование, на воспитание, культурный досуг. Это все демографически обусловленные потребности. От паразитных потребностей, деградационно-паразитных потребностей, девочки, на заднем, не отвлекайтесь. Ведь что, для вас это общеизвестные вещи? Вот что вы сейчас обсуждаете? Я говорю вещи, которых вы никогда не слышали. И вам это надо понять. А вы постоянно демографически обусловленные потребности от паразитных, а все не могут иметь по Вине, все не могут иметь по яхте, все не могут иметь по Мерседесу. А плюс на это накладывается алкоголь, табак. Это все паразитные потребности. Без них можно жить. Вот только отделив демографические обусловленные потребности от паразитов, уравнение межотраслевого баланса решается. И тогда можно экономику управлять таким образом, что цены будут снижаться. В пределе, цена на все товары и услуги может быть ноль. Вы скажете, такого невозможно. Я вам показываю простой пример. Вот если вы приходите на пляж, где-то на морской, не оборудованный, никому в голову не придет с вас брать деньги. За воздух никому в голову не придет с вас брать деньги. Потому что
ежели какого-то продукта много, то цена на него ноль, когда всем хватает. И есть особые задачи, так называемые двойственные задачи программирования, применительно к межотраслевому балансу, который показывает, что теоретически, действительно, если грамотно управлять экономикой, можно постоянно снижать цену. То есть, когда ресурса какого-то неограниченно много, цена на него ноль. Вот это понятно? А теперь вы понимаете, почему во времена Великой депрессии уничтожали продукты, топили море сахар, выливали молоко, хлеб при огромном количестве голодающих. Наша перестройка началась с этого. Уничтожали горы продуктов только чтобы создать особую политическую ситуацию, при которой можно было бы развалить союз. Итак, теперь возвращаемся к вектору цели. Поскольку вектор цели выбирается по субъективному произволу, то в зависимости от разного... Еще внизу. Ниже, ну, вектор цели, что может быть? Вектор цели. Ниже или выше? Да нет. Выше. Вот. Поскольку вектор цели, то есть упорядоченность, выбирается с каждым субъектом по своему произволу, то разный порядок этих векторов цели фактически дает совершенно разные вектора цели. Сегодня мы с вами проведем такой простой эксперимент. Значит, я сейчас вам раздам перечень ваших желаний. Ведь у каждого из вас вы субъект только в том случае, если вы формируете свои желания, а не кто-то другой. То есть вы в таком возрасте находитесь, когда каждый из вас говорит он об этом вслух или не говорит, думает о спутнике и о спутнице жизни, верно? И следовательно, вы формируете какой-то образ этого спутника и спутницы жизни. И в зависимости от того, какими чертами вы наделите этот образ, вы что хотите, то и получите. Большинство из вас, поскольку мы уже говорили, что все это не выводится на уровень сознания, а на бессознательных уровнях психики, то большинство из вас не рефлексирует это. То есть не говорит сам себе, а чего я хочу от своего будущего партнера по жизни. И поскольку это не отрефлексировано, а все идет только на уровне вот чувств, о, нравится или не нравится. Потом юноша и девушка сходятся вместе. Период первого такого чувственного заканчивается, и 50% браков у нас распадаются. Вот мы уже давно проводим, поскольку этот курс считается в 10 вузов, мы создали вот такие карточки. Ваша задача будет расставить приоритет, что на первом, на втором, на третьем, на пятом, на девятом месте. Здесь 9 параметров. Ваш спутник жизни должен. Здесь не указан порядок. Видите, вот эти клеточки, они пустые. А перечень стремится к богатству, заботиться о благе семьи, любить меня, любить удовольствие, заботиться о благе общества, верить Богу, понимать язык жизни, стремиться к знаниям, любить выпить, повеселиться в компании, уважать культурные традиции. Вот от того, какие вы номера расставите, первый, второй, там, третий, вы потом увидите очень много. Сейчас я вам раздам. На этом же. Вы просто, вам ничего писать не надо, то есть номера расставите. Можете карандашом, можете чернилами.
Это и есть, будет ваш вектор цели с определенной порядочностью ваших желаний. Хочу, хочу, хочу. И заодно вы для себя выявите, а чего же вы хотите? Семью же с хреном или конституцией? Но последствия будут потом очень интересны, к концу. Второй раз мы проведем в конце занятий то же самое тестирование. Значит, я вам сейчас даю 5-10 минут, заполните мне, сдать. Не надо подписывать, это по-разному расставленные приоритеты, это как бы две совершенно разные системы. Так, внимание, осталось 5 минут, это вот последний материал, который я хотел вам дать. Внимание. Вот возьмем две фирмы. Сейчас чаще появляются такие сообщения, что японские, американские фирмы автомобилестроительные объединяются. И есть наш прогноз, что в принципе они работать между собой не смогут. Даже если они насильно объединятся, они развалятся. Вот для вас просто иллюстрация, как важно правильно оценивать вектор цели, что это дает непосредственно управление. Вот смотрите, американская фирма. Какие приоритеты выставлены в американской фирме? На первом месте максимальная прибыль на капитал, на втором повышение цен на акции, третьем увеличение доли на рынке, четвертое улучшение портфеля продукта, пятое рационализация производства, шестое повышение уровня собственного капитала, седьмое увеличение доли новых продуктов, повышение, восьмое престижа компании, девятое улучшение условий труда. Это в американской, смотрите в японской. Все наоборот. На первом месте стоит то, что было в американской на седьмом. Максимализация прибыли, увеличение, то есть совершенно иначе расставлены приоритеты. Когда двое таких вот, две фирмы совмещаются, они в принципе работать не могут. Разные приоритеты. Поэтому задумайтесь и о том, о выборе спутников. Вы тоже каждый представляете собой некую систему отдельной фирмы. Не всегда внешние данные соответствуют вот тому, что мы называем внутренним содержанием. На сегодня все. До свидания.